В Беларуси добыли 15-миллиардный кубометр так называемого попутного газа. Это природный состав, который отделяют от нефти для того, чтобы она соответствовала стандартам. Раньше такой газ считался побочным продуктом, и его попросту сжигали. Но после строительства специализированного завода отходы стали приносить доходы. И сейчас это направление в числе основных в нефтяной отрасли. На сегодняшний день у нас закрытая система сбора, так называемая герметичная, где каждый кубометр газа собирается. Мы очень ценим этот продукт, знаем его стоимость и не сжигаем ни одного куба на сегодняшний день. Юбилейный кубометр – результат многолетней работы. Началась добыча в 1976-м. С тех пор в Гомельской области ежегодно получают около 200 миллионов кубометров попутного газа. Сегодня это не только эффективный энергоноситель, но еще и ценное химическое сырье. Из него делают сжиженный углеводородный газ, газовый бензин, технический пропан и еще 6 видов дорогостоящей продукции. В ближайшее время, как сообщили сегодня в «Беларусьнефти», компания намерена увеличить объемы производства за счет новых скважин.